Надо сказать, что кабмины двух стран уже не первый год в этой игре и играют на одном поле. Да, есть здоровая конкуренция, порой жаркие доводы в спорах в свою пользу, но все работают на общий единый результат. Точно по каждой отрасли, объединяя потенциал и сырьевой, и технологий, а также свежих решений, чтобы создавать новый продукт, который будет востребован на рынке. Ведь от этого выиграют предприятия и Беларуси, и России. Да, порой сложно удержаться от введения, например, административных препонов или барьеров, чтобы поддержать своего производителя. Но коль решили на всех уровнях, что интеграции быть, то нужно ей следовать. Накануне начатый диалог на уровне президентов в Москве сегодня продолжили в Минске на премьерском уровне. Минск принимал союзный совмин. Само заседание прошло динамично. В резиденцию Заславле главы правительств прибыли сразу после полудня. Совместное фотографирование и старт переговоров. Встречались в последнее время часто. Обсудили все до мельчайших деталей. Сегодня, по сути, финиш, где каждая сторона подтвердила готовность к большой работе по формированию качественно новой среды для крупных предприятий и для бизнеса. Они-то уже и так работают сообща, учитывая и взаимный товарооборот, и львиную долю экспорта нашего за 50%. И кооперационные цепочки. Сегодня же пришло время просчитать на несколько шагов вперед. Договорились о том, что в ближайшее время мы определим 5-7 крупных проектов, которые можно будет реализовать в рамках союзных программ. Основной упор будет сделан в первую очередь на кооперационной связи, на экспорт в третье государство. Это дает возможность нам привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест. Устойчивый рост – это общая цель всех 28 программ. Интерес к новому витку отношений двух стран велик. В СМИ сейчас это топовая тема. Да, предстоит значительно поработать над законодательной базой, и лучшие практики станут общими, и тут каждому есть чем поделиться. Например, к цифровизации налоговых процессов. Ведь сегодня зависимость мира от цифры растет. Значит, нам нужна своя общая платформа. По тем срокам, которые определены в союзных программах, что касается маркировки 1 апреля 2022 года, что касается прослеживаемости, это начало 2023 года. Важно, чтобы создавались равные условия, а не убирались игроки-конкуренты с рынка. И это не только касается производства, но и всей логистики. Ведь она в себестоимости занимает львиную долю. Сегодня общая экономика – это 2400 совместных предприятий. И уж коль общее пространство, то на нем нужно именно правовой базой обеспечить прозрачность товарных и финансовых потоков на всей территории. Есть уже соответствующий проект плана подготовлен, что мы должны сделать, чтобы в части косвенных налогов обеспечить такой синхронный и общий учет и контроль. Есть дорожные программы по аудиту, бухгалтерскому учету, в том числе есть программа и по рынку ценных бумаг. Приведение в соответствие законодательства, защита интересов граждан наших двух стран. Предусматривается создание общей налоговой системы, общей таможенной системы. Предусматривается создание налогового комитета союзного государства. Общие сырьевые рынки, тут еще работа впереди по формированию. Макроэкономическая политика, транспортные потоки и направления, и аграрный сектор, чтобы исключить необоснованное закрытие поставок наших продуктов на российский рынок. А также платежные системы и защита прав потребителей. Это только небольшая часть союзных программ. Ведь субъектам хозяйствования сейчас нужны комфортные условия для работы. Реализация этих программ, по нашему мнению, станет мощным импульсом для наращивания объема взаимной торговли, развития совместных производств и скоординированных мер поддержки национальных производителей. Заложена база для проведения в самое ближайшее время совместной оценки экономических и политических рисков, чтобы принимать на этой основе своевременные ответные меры. По нашим оценкам, только прямой эффект от реализации интеграционного пакета для Беларуси прогнозируется в росте ВВП примерно на 1 миллиард долларов США. Основные направления реализации документов до 2023 года премьеры скрепили сегодня подписями, как и совместное заявление, где отразили принципиальные задачи союзного государства, назвав его уникальной и жизнеспособной интеграционной моделью. У нас общая цель – добиться роста наших экономик, повышение благосостояния наших людей и при этом сохранить суверенитет наших стран, вне зависимости от усложняющейся внешней конъюнктуры. От интеграции в рамках союзного государства выиграют все –
Предприниматели получат новые возможности для ведения бизнеса, появятся условия для запуска перспективных проектов в промышленности, в транспорте, в энергетике и во многих других отраслях. И все это сделать экономике, а значит и страны сильнее. А это очень важно особенно сегодня, когда в мире высокая турбулентность. И страны испытывают на себе санкционное давление. Глава российского МИДа назвал одобренные союзные программы лучшим ответом на недружественные выпады. Это ненадежность наших западных партнеров, их готовность в любой момент, по любому поводу хвататься за санкционную дубинку, она уже нам хорошо известна. Полагаться нужно на свои собственные силы, что и будет сделано по итогам сегодняшнего заседания. При этом, конечно, оставляя двери открытой для сотрудничества со всеми, кто готов это делать на равноправной основе, на основе поиска баланса интересов, без стремления получить односторонние выгоды. По сути, сегодняшний финиш по союзным программам – это и новый старт более напряженной работы. Фото на память. День правительства называют историческим. Да, впереди еще подписание на высшем уровне, а после уже дело за правительствами Беларуси и России. По созданию экономик, которые работают под разными флагами, но где есть гармония интересов и общества, и бизнеса, а также равные права и обязанности. Светлана Лукьянюк, Наталья Бриос, Антон Малюта, Алексей Юнош и Андрей Градобоев. Агентство «Теленовостей».